Приветствуем нас на канале Веселая Семейка. Хотим вам рассказать про помидоры, которые нам Павел Николаевич давал. GT-R1. Вот, значит, смотрите. Обзор наших помидор. Мы их хотели вырастить экологически чистыми, не тукать. Вот первая кисть сама не завязалась. Вторую решили протукать. Вот она вот такая вот получилась. Сразу вот завязалась. Третью кисть тоже протукали. Даже вот такие вот они стали с носиком. Четвертую. Ну, четвертую тут где тукали, где не тукали. Вот протуканный завязался. Вот этот не тукали, не завязался. Эти непонятно. Побрызгали и вот сразу вот такая кисть. У нас получилось. Вот мохитес наш, пожалуйста, протуканный. Вот так вот выглядит. Ну, конечно, есть не все. Вырезалось. Тут вот не валом третья. В общем, если обрабатываешь асом, то все хорошо завязывается. Особенно в таких погодных условиях. Да, особенно при плохих погодных условиях. Да.